веселье. Но никому не разделить. С тобой у нас мы не разделили. Еще не скоро до утра. Но птица ночь не гасит свечи. Ничего страшного, ничего страшного. Извиняюсь за почерк, я еще даже не взял, не прочитал. Ладно, эту песню, которую я сейчас хочу спеть, это, скорее всего, песня для реальных поклонников и фанатов, которые на протяжении многих-многих лет идут со мной по жизни и наблюдают за моим творчеством и за определенными периодами творчества моего. Поэтому много лет они мне писали и на YouTube, и на моем сайте, и в Инстаграме. Юра, сделай, восстанови. Очень хочется эту песню. Ну что ж, друзья мои, я сделал, восстановил, сейчас спою.